Schwierig. Игра сложилась непросто, сложная игра была. So kurz nach dem Spiel die richtigen Worte zu finden. Очень сложно по горячим следам найти, подобрать правильные слова, чтобы прокомментировать игру. Wir sind alle natürlich die Spieler, der Staff, der Verein ist enttäuscht. Конечно, и все игроки, и тренерский состав, весь персонал, руководство, все, конечно, разочарованы. Wir haben in dem Spiel heute uns viel mehr vorgenommen. Мы могли большую пользу извлечь из игры, могли лучше сыграть. Haben in den ersten Minuten gar nicht richtig ins Spiel gefunden. Команда не совсем хорошо вошла в игру в первые минуты, не совсем нашли свою игру в начале. Haben dann einen Хуя, der gut hält und Gott sei Dank heute im Tor war. Отличный сейв Худякова, который оставил наши ворота, защитил наши ворота, оставил в неприкосновенности. Haben dann von Minute zu Minute ein bisschen mehr Spielanteile bekommen, mehr Ballbesitz. И потом я заметил, как команда начинала все лучше и лучше играть. У нас от минуты к минуте мы стали играть лучше и лучше. У нас были большие фазы в стадии владения мячом. Beide Mannschaften haben aber auch in der ersten und auch in der zweiten Halbzeit sehr viele Chancen gehabt und leider auf unserer Seite nicht genutzt. И, конечно, у нас были моменты как в первом, так и во втором тайме, но, опять же, повторюсь, к сожалению, нам не удалось их превратить, конвертировать в забитые голы. Der Schlüssel könnte natürlich gewesen sein, dass wir den Elfmeter, den ersten Elfmeter von uns nicht verwandelt haben. Ich glaube, dann wird es ein ganz anderes Spiel. И, конечно, после того, как команда не забивает пенальти, мы не забили пенальти, конечно, игра немножко меняет свой рисунок после этого. Aber wir müssen jetzt nach vorne schauen, wir müssen die Fehler, die wir vor allem im Mittelfeld, im Spiel in der Spitze, die müssen wir abstellen, die kleinen Fehler, die Ungenauigkeiten. Нам надо уже смотреть вперед, что мы будем делать дальше, смотреть в будущее. Конечно, те ошибки, которые мы допускаем, особенно что касается игры в середине поля, также нашей игры в нападении, надо эти ошибки анализировать, корректировать и готовиться к дальнейшим играм. Мы müssen das Spiel jetzt genau analysieren, jetzt ab heute oder morgen schon. Und dann uns auf die nächsten Spiele vorbereiten und besser vorbereiten in Sachen Spiele, die wir jetzt vor allem zu Hause dann mit diesen Ballverlusten, die können wir nicht mehr haben. Wir müssen besseren Ballbesitz und besser spielen. Конечно, будет проведен достаточно детальный, подробный анализ игры. Я думаю, к утру уже анализ будет готов по сегодняшней игре. И, конечно, мы должны все это проанализировать и посмотреть, как нам играть, не допускать тех же ошибок, особенно что касается невынужденных ошибок, частой потери мяча, которые неоправданные. Ребята иногда неоправданно теряют мяч. Вот эти ошибки нам надо проработать и проанализировать, не допускать их в дальнейшем. Давайте перейдем к вопросам. Да, вот есть. Здравствуйте. Сабодаш Владимир, «Московская правда». Вы в трех домашних матчах с не самыми серьезными соперниками потеряли 6 очков. Скажите, пожалуйста, сколько вы должны потерять еще очков, чтобы сделали хотя бы какие-то выводы. Спасибо. А можно уточнить, вы выводы имеете в виду, главный тренер должен сделать? Вы что конкретно имеете в виду? Да, я имею в виду, выводы должен сделать главный тренер. Будет он главным тренером или не будет он главным тренером в этой команде? Спасибо. Naja, ich habe es gerade gesagt, wir sind enttäuscht, wir haben einen sehr schlechten Start. Конечно, я уже говорил об этом, у нас очень плохой старт, мы все очень разочарованы этим. Wir haben die Spiele heute und auch letzte Woche war sicherlich nicht unser bestes Spiel. Nee, war nicht unser. И, конечно, сегодняшняя игра, это не наша лучшая игра, конечно. Aber er hat recht, wir müssen die Spiele gewinnen, wir müssen mehr aufs Tor schießen, wir haben oft die Möglichkeit zu schießen und tun es nicht. Вы правы, конечно, мы должны больше забивать, выигрывать игры, больше бить по воротам. К сожалению, бьем очень мало по воротам. Nochmal ein Haken und dann ist der Gegner wieder in der Stellung, in der Position. Что-то нам не удается, здесь где-то медленно сыграли, уже дали возможность сопернику вернуться, расставиться, контратаковать нас. Und wir können uns natürlich auf verletzte Spieler,
als Ausrede berufen, aber letztendlich haben wir trotzdem einen starken Kader, der das trotzdem kompensieren muss. И я не хочу находить какие-то ответы, какие-то оправдания. У нас есть игроки, которые травмированы, которые нам не хватает, но это ни в коем случае не отговорка, ни в каком случае не оправдание, потому что те игроки, которые у нас представлены на поле с теми игроками, которыми мы сегодня играли, я думаю, это более чем достаточно. У них есть соответствующее качество, чтобы лучше играть. Еще вопрос? Вот, да. Вот там был первый человек. Да, давайте. Потом к вам, да. Спасибо. Йозеф, два вопроса. Первый вопрос, то почему... Можете представить? Да, Щеглев Александр, РТ. Скажите, пожалуйста, почему уже, который матч у нас Даниил, Худяков выходит на воротах, а не Гильерме? Вообще никакой ротации у нас нет. И вы сказали, что бить по воротам, но сегодня 19 ударов Локомотив ударил. То есть, как бы, куда больше? Как бы, что именно конкретно вас, может быть, сейчас не устраивает в игре Локомотива? Womit sind Sie nicht zufrieden konkret im Spielaufbau von Lokomotiv? Weil wir haben heute 19 Torschüsse abgefeuert. Das war genügend. Das reicht, was meinen Sie? Ja, aber wir müssen das Tor treffen. Im Fußball gewinnt man, wenn man das Tor trifft. Und das haben wir nicht gemacht. Wenn ich 19 Mal aufs Tor schieße, dann habe ich vorher die Möglichkeit, besser zu schießen. Wir schießen teilweise zu spät, wir flanken nicht früh genug, wir sind nicht genau im Ziel, also wir haben keine genaue Passgenauigkeit. Da müssen wir dran arbeiten. Ну, я думаю, что можно бесконечно долго бить по воротам, но игра футбольная выигрывается тогда, когда люди забивают гол, поэтому надо лучше бить по воротам, надо не только бить по воротам, но и забивать голы. К тому же хотел бы отметить, что во время наших активных действий впереди, в атаке, также что касается навесов с фланга, надо более четко, более точно делать эти передачи, и также более точно и более точные нужны нам последние пасы для взятия ворот соперника. Над этим надо работать. По Худякову вопрос еще. Hat er denn heute schlecht gesehen? Как вы оцениваете его игру? Вам показалось, что он сегодня неудачно выступил? Ну, ваше мнение о игре Худякова? Ну, мое мнение, что Худяков играет в этом сезоне хуже, чем. И, на мой взгляд, нужно дать Гильерме шанс, потому что он ветеран этого клуба, он заслужил играть, и, думаю, в этом сезоне он может больше спасти. Худяков в плане возраста, на мой взгляд, опять же, мое мнение, он еще пока не способен защищать Локомотив. Ну, вот сейчас, ты сказал, хуже, чем в прошлом году? Да, хуже. Я думаю, что Худяков в этой сезоне гораздо хуже играет, чем в прошлом сезоне. В прошлом сезоне он был гораздо сильнее. Гильерме, это опытный игрок, легендарный клуб. Он находится сейчас на резервной банке. И мы должны ему шанс дать, он должен в кассе стоять, по его мнению. И он имеет большой опыт, и он заслуживает это. Худяков слишком молод, и, возможно, он не может понять с стрессом. Но мы должны уже дать шанс для этого опытного игрока. Also wir haben immer ein Leistungsprinzip, wenn man Trainer ist, und wir stellen nach dem Leistungsprinzip auf. Das gilt nicht nur für den Torwart. Wir entscheiden uns dann im Endeffekt für Spieler, die wir in der Startelf haben, unabhängig davon, von dem, wie alt er ist, wie erfahren er ist. Er muss einfach gut genug sein. Und ich bin froh, dass wir einen Torwart wie Gili auch haben von der Erfahrung und dass er auch den Druck macht. Und jetzt haben wir eine Woche, das schauen wir uns weiter an, wir analysieren das Spiel. Und dann werden wir auch wieder eine Entscheidung treffen. Ну, я думаю, что не только в выборе игрока, но в выборе всей команды для главного тренера. Те игроки, которых он ставит, он всегда смотрит на их выступление, на их выступление в игре, на то, как они выглядят на тренировке. Это касается всех игроков, поэтому сейчас у нас предпочтение дается Худякову, но я очень рад, что у нас есть такой опытный вратарь, который, как Гильерме, который тоже оказывает нам неоценимую помощь, подсказывает, также он поджимает Худякова, то есть человек находится под давлением, это такая здоровая взаимная конкуренция. И сейчас до игры у нас есть еще неделя, мы сейчас проанализируем игру, у нас есть еще игровая неделя, будем готовиться, посмотрим, как будут выглядеть оба вратаря, и потом будем принимать решение, кто будет стоять. Там вот был, да.
Максим Гужевский, Газета.ру. Какой был ваш план сегодня на игру? Как вы пытались, как вы хотели бы играть против Крылья Советов, и что сделал соперник, чтобы нейтрализовать ваш план? Почему не получилось играть так, как вы, очевидно, хотели играть? Но не так сыграли. Was hat nicht gelungen? Was hat nicht waren die Prinzipien, Spielprinzipien, worauf wir unser Spiel aufbauten? Also Punkt 1 hat man natürlich auch immer einen Gegner, der heute auch gut gespielt hat. Das darf man ja auch nicht mehr vergessen. Wir haben einen sehr unangenehmen Gegner gehabt. Да, я могу сказать, что сегодня команда «Крылья Советов» сыграла очень хорошую игру. Очень неприятный соперник, очень неуступчивый соперник. Aber was wir heute nicht richtig gemacht haben, ist, dass wir eben mal den letzten Pass oder den letzten Schuss auch nicht hundertprozentig hatten und dass wir zu viele Höhen und Tiefen hatten. Wenn wir das Spiel im Griff hatten, dann haben wir da angefangen, leichtsinnig zu werden. Ну и что нам показалось, что сейчас я vergessen, was haben Sie Wir haben zu viel, wenn wir spielen. Да, нам опять не хватило точности в последней передаче, нам опять не хватило этого последнего удара по воротам, который мы могли нанести, чтобы забить голы. Этого нам опять не хватило. И потом я могу сказать, что у нас как бы хотелось больше стабильности. В нашей игре было слишком много больших перепадов, было много взлетов, много было падений. В те фазы игры, когда мы уже начинали доминировать и держать игру под контролем, я чуть почувствовал, что игроки немножко расслаблялись и немножко так более расслабленно относились к игре, и мы, к сожалению, вот эти игровые моменты, когда доминировали, выпускали из своих рук. Слишком большие переходы, хотим большей стабильности, большего равновесия. А почему, Екатерина Звенигородская, «Спортэкспресс», почему заменили Изидора в перерыве, учитывая, что он довольно хорошо себя показал в первой половине матча? Ja, wir haben unsere Gründe und wir wollten auch eine klare Nummer 9 bringen, mehr in der Offensive machen. Also als Neuner, wir brauchen einen klaren Neuner. У нас на это были свои причины. Мы хотели ввести в игру четкую девятку, игрока, который очень четко играет позицию девятки, чтобы освежить нашу игру впереди. Darf ich du auf Russisch sagen? Жо, ты знаешь, что в футболе ценится прежде всего в спорте результат. После 5 туров команда результат не дала. И больше всего мне не хочется бросать в тебя копии, потому что ты приехал достаточно поздно и еще не так хорошо знаешь команду. И руководить вы вместе с Марвином Кампером. Можешь ли ты так вот... Мы не знаем, сколько еще вообще продержится ваша команда, потому что проигрывать бесконечно, это тоже никто вам не даст. И играть в ничью, набирать столько мало очков. Можешь ли ты сказать вот сейчас на пресс-конференции, что я сделал все, что мог максимально, но вот так вот получилось такой результат? Просто понимаешь, почему я спрашиваю, потому что все может в этой жизни произойти. Geschmissen. Ich habe alles gemacht, was ich könnte, und ich weiß nicht, warum. Übersetzt bitte richtig, ja? Ich da, meine Emotionen und so weiter. Du kannst das hören, was ich okay, sage. Okay, alles da, du kannst, alles das, und du bist nicht so seit langer Zeit hier und kannst du hier auf der heutigen PK sagen, dass ich an meine Kräfte alles hineingeschmissen habe, meine Kräfte gegeben habe, damit unser Mannschaft Erfolg hat. Und ich fand hier an, warum wir ein so schlechtes Resultat angefahren haben. Können Sie mit reinem Gewissen da sagen? Naja, prinzipiell glaube ich, sollte man als Trainer immer das Maximale bringen. Das erwarten wir auch von unseren Spielern. Aber es gibt keine Ausreden dafür. Wir haben einen sehr schlechten Start. Wir haben, ich will nicht sagen, die Ergebnisse sprechen nicht immer dem Spielverlauf. Wir haben die ersten Spiele richtig gut gespielt. Und es ist immer so im Fußball, wenn man in einen Strudel reinkommt, in einen Negativstrudel, zwei schlechte Ergebnisse hat, dass man dann natürlich auch nicht mehr das Selbstvertrauen als Spieler hat. Ну, war viel jetzt, ne? Fang nochmal an. Okay, also im Fußball ist es
prinzipiell so, dass man Ergebnisse braucht. В футболе вы, конечно, знаете, самое главное в футболе – это получить хороший результат, получать очки, выигрывать игры. Это самое важное. На этом строится футбол, успешное выступление команды. Als Trainer sollte man immer 100% bringen. Как тренер, тренер, который входит в команду, он, конечно, должен отдаваться на 100 и больше процентов. Genauso wie die Spieler auch. Точно так же, как должны отдаваться на 100% игроки. So, die Spiele, die wir aber gespielt haben, waren nicht, finde ich jetzt, nicht alle so, dass man das Ergebnis nicht bekommen hätte können. Ну, я не могу сказать, что вот эти игры, которые мы сыграли, мы могли лучший результат по истечению, по тому, как мы играли, мы могли гораздо лучше сыграть, получить больше очков. Не могу сказать, что все игры были однозначно плохие. Могли больше профита из них извлечь. Jetzt gibt es natürlich viele Gründe, die man nennen könnte. Man könnte sagen, можно назвать очень много причин для этого. Фасон verletzt sich, Ненаков verletzt sich. Фасон получил травму, Нинахов тоже травмирован, у Баринова красная карточка, он не смог сыграть важную игру. Куликов, ausfall. Куликова нам also сегодня не хватило. Мы имели много verletzte Spieler jetzt die letzten Wochen auch gehabt. Das heißt, konnten uns nicht einspielen. Aber es gibt viele Gründe. Letztendlich haben wir trotzdem einen guten Kader. Und mit diesem Kader werden wir die nächsten Tage arbeiten und versuchen, die Resultate, die Ergebnisse zu bringen. Конечно, у нас очень много травмированных игроков, которых нам не хватало, не хватило. Но те игроки, которые сейчас играют, которые у нас живы, здоровы, которые могут в состоянии играть, это достаточно высококачественные, квалифицированные игроки, с помощью которых мы можем решать наши задачи, тем не менее. Kabuska hat heute ein gutes Spiel gemacht, ist ein junger Spieler. Radkov ist heute reingekommen als junger Spieler. Es sind wahnsinnig viele junge Spieler im Moment, die spielen, schon fast spielen müssen, weil man eben auch diese verletzungsbedingten Spieler hat, die wir nicht bringen können im Moment. Ну, вы видели сегодня, как хорошо, я считаю, отлично отыграл Карпука с Артем, как он сегодня отдавался на поле, какую он игру выдал. Также игровые минуты получил Раков, тоже наш молодой игрок, который уже на подходе. И вы видите, как с помощью молодых игроков мы можем затыкать те позиции, на которые у нас имеются травмированные игроки. То есть у нас достаточно квалифицированная молодежь, которая помогает нам.